пожелание такое, поскольку день рождения, чтобы особо не напивался. Вот. И не пришлось потом писать такие вот объяснительные записки. Объяснительная записка в отделении милиции Краснопресненского района Москвы. Я, Иванов С.И., сообщаю, что мы действительно в день зарплаты 18 апреля отмечали на лавочке в зоопарке с Петровым В.В. Международный день 8 марта. Полагаю, что нам кто-то что-то подсыпал в водку. Иначе ничем не объяснить, почему Петров практически отключился, хотя мы выпили всего 3 бутылки. Возможно, это сделали агенты ЦРУ, чтобы мрачить нам день солидарности со всеми женщинами в нашей стране. Так или иначе, Петров пришел в себя, как ему показалось, встал с лавки, как ему показалось, и, сказав, ну, пора домой к жене, пошел, как ему показалось. Доползя до ворот, он повернул направо. Я крикнул, куда ты? Тебе же налево. Он сказал, значит, мне налево? Я сказал, да, давай я тебя к жене провожу. Он ударил меня со словами, откуда ты знаешь к ней дорогу, сволочь. Потом мы помирились, выпили еще водки. И он сказал, сам дойду, мне тут рядом. Сунул в карман недопитую бутылку и полез на клумбу за цветами. На клумбе он потерял ориентацию и ползал по кругу бормоча. Что ж так долго, сколько можно идти? Он вспомнил, что ему налево, и повернул. Но до выхода из зоопарка. Я побежал за ним, как мне показалось, но не успел. Потому что он, доползя до клетки с номером 26, сказал, ну вот я и дома. И стал дергать решетку со словами, Зинка, открывай, хуже будет. Только тем, что нам что-то подмешали, я могу объяснить, почему он не понял, что перед ним львица. Я хотел его остановить. Но врожденная интеллигентность не дала мне закричать в столь позднее время суток. Львица рыча бросилась к решетке, на что он сказал, «Че ты рычишь, еще 12 нет?» Потом сказал, «Ой, забыл, с праздником!» и сунул ей в пасть цветы. Пока она давилась цветами и отплевывалась, он пытался пролезть через прутья клетки. Я надеялся, что он не пролезет, но кремлевская диета, на которой он сидел, сделала свое черное дело, и Петров протиснулся внутрь. Львица немножко прибалдела от его наглости и отступила. Петров сделал шаг вперед, она зарычала. На что он сказал, ой, ой, мы полы помыли. Ладно, ладно, снимаю. И, сняв ботинки, спросил, а где мои меховые тапки? Потом вгляделся в нее и сказал, ни хрена себе. Говоришь, что совершенно голая, нечего надеть, а сама в новой шубе. Тут появился львенок. Петров подошел к нему, погладил по голове со словами «Здорово, Петька, как в школе». Потом вдруг дал ему по шее и сказал «Ты еще раз говорил, пришел домой, шапку сними». В это время со стороны заднего прохода клетки появился лев. Петров сказал «Так, Зина, это еще что за хрен в дубленке?» Я закричал «Лев!» И Петров сказал, а, Лев Соломонович. На что Лев так и сел, поскольку не привык, что его не боятся. А Петров глянул на его ноги и сказал, так вот кто тут в моих тапках ходит. Тут Лев пришел в себя и попер на Петрова. Я закрыл глаза от ужаса, а когда открыл, увидел Льва с огромным фингалом под глазом. Они сидели в обнимку с Петровым, перед ними стояла водка. И Петров говорил ему, показывая на львицу, «Лёва, ну прости, ну неужели мы с тобой из-за бабы?» Дальше подъехала милиция, и вы все знаете. Что касается клетки, то это вы ее не закрыли, когда вытаскивали оттуда упирающегося Петрова. И это не он виноват, что вы третьи сутки не можете выйти из своего отделения милиции. Я вам точно говорю, Лев так и будет сидеть перед дверью, пока не отпустите его кореша, понимающего язык птиц и зверей, русского Маугли Василия Петрова.